День образования Тамбовской области – это праздник всех жителей региона, тех, кто здесь родился, и тех, кто приехал и остался. Особо чествовали тамбовчан, которые внесли весомый вклад в развитие региона. Это 12 человек, получивших государственные награды и поощрение президента страны Владимира Путина. Среди них и директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Тамбова Николай Саранчин. Под его руководством центр оказывает помощь семьям с детьми, имеющими различные проблемы в поведении, развитии, социализации, а также особенности здоровья. Центр объединил талантливых педагогов, логопедов, психологов и дефектологов. Благодарность президента Российской Федерации – это действительно высокая награда. 40 лет педагогического стажа, из них 39 на Тамбовщине. И директором школы работал, и заместителем директора. Вот в настоящее время директор психологического центра. И считаю, это не только моя награда, но и всех тех коллег, с которыми мне пришлось работать на Тамбовщине. «Ты славен людьми, храни Господь тебя храни». Так поется о нашей Тамбовской земле в гимне Тамбовской области. И летопись славных деяний нашего края продолжают врачи, учителя, строители и даже студенты. Тамбовский край богат своими талантами. Это Поленов и Братынский, Рахманинов, Мичурин и Вернадский. Страницы нашей истории хранят судьбы таких героев, как Зоя Космодемьянская и архиепископ Лука. Сегодня свой труд на благо любимой Тамбовщины продолжают многие и многие ее жители. Как сказал президент России Владимир Владимирович Путин, неразрывная связь поколений – наше огромное национальное богатство. В нем сила и достоинство России. Мы сохраняем общие ценности – исторические, культурные, христианские, нравственные. И на этой основе вместе строим будущее. В этом заслуга каждого тамбовчанина. Глава области Максим Егоров поблагодарил награжденных за верность родному краю и большой вклад в его развитие и поздравил всех тамбовчан с праздником. Павел Юрасов, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей.